Ну, конечно, Навальный – это символ в первую очередь. Символ оппозиции, символ надежды на какое-то более светлое будущее для России. Ощущение, что с его смертью умирает и... He was a sort of hope for us that one day we will go home and one day those repressions will stop. But right now we all feel lost. It's a big blow, like I said, but it should not make us stop. It should make us act out further on. Регулярно расправляться со своими оппонентами. И мы прекрасно понимаем, что это именно политическое убийство, а не какой-то несчастный случай. Еще вчера Навальный на заседании в суде был здоровым, веселым и, как всегда, шутил. Навальный! Навальный!